утро, уважаемые любители рок-музыки! Вас приветствует рок-группа Волощука СД. И первую песню мы хотим спеть про жизнь, про нашу бренную грешную жизнь. Песня так и называется «Это жизнь». Не сойти с ума от гонки под названием жизнь. Нам жизнь вопросов много задает, трудно найти на них ответ. Идти наверх или идти в обход, здесь нам никто не даст совет. Звезды нам говорят: слушай, детка, это жизнь, раз пришел, так держись. Пристегнуть нервы крепко. Здесь трясет, это жизнь. В жизни легко устать от холодов и от горячечных идей, умных споров, бестолковых слов и от навязчивых людей. И замерзая на семи ветрах и проливая пот и кровь, и продираясь через боль и страх, компас один у нас — любовь. Звезды нам говорят: слушай, детка, это жизнь, раз пришел, так держись. Не забудь пристегнуть нервы крепко. Здесь трясет, это после нашей первой бодрой и оптимистичной песни мы хотим спеть еще одну песенку про жизнь и про то, как она быстро пролетает. Под тиканье часов. Песня так и называется «Тик-так». Thank you.
наши годы. Тик-так, идут наши дни. Тик-так, по воле природы. Тик-так, они сочтены. Тик-так, а мы дни не считаем. Тик-так, не считаем часы. Тик-так, веселимся, гуляем. Тик-так, копошимся в грязи. Тик-так, текут наши деньги. Тик-так, текут не туда. Тик-так, не считаем расценки. Тик-так, все для нас ерунда. Тик-так, это только начало. Тик-так, все у нас впереди. Тик-так, нам всегда всего мало. Тик-так, мы сжигаем мосты. Вместе со временем кружатся в танце и европейцы, и африканцы, и азиаты, и американцы. Быстро проносятся дни, рвутся наверх все, как протуберанцы, и олигархи, и голодранцы. Хочется быть в шоколаде и глянце, но не всем даются они. Наши дети, тик-так по нашим стопам. Тик-так, так же ловят их сети. Тик-так, приучают к долгам. Тик-так, а мы думаем, дети. Тик-так, будут лучше, чем мы. Тик-так, но не тянутся к свету. Тик-так, занимают у тьмы. Тик-так, ждут богатства и славы. И сразу хотят. Тик-так, все такие же нравы. Тик-так, мы вернулись назад. Тик-так, снова кружит сансара. Тик-так, тот же замкнутый круг. Тик-так, мы живем как в футляре. Тик-так, и не вырваться вдруг. Наша песня про одно очень модное явление, которое называется пикап. Вот про такого модного пикапера. Следующая наша песня, которая называется «Любовь в стиле диско». Зашел выпить виски, звучала музыка диско. Ты оказалась так близко, богиня, ни дать не взять. Я после офисных дней как раз искал приключений. Конец недели и время под
жили под диско. И все случилось так быстро, не думал даже мечтать. Растешь, сказали коллеги, и улучшаются беги. Прошел зачетные веки, пора мемуары писать. Но почему-то пустота ниоткуда. Вроде все было круто, оказалось пустяк. Кто мне подскажет, отчего в душе тяжесть? Развлечения не в радость, что там в жизни не так? Мы продолжаем веселье, пьем заграничное зелье. Пусть будет снова похмелье, но мы живем один раз. Жизнь хороша и приятна, так для чего жить отвратно? Жить незаметно и стыдно, такая жизнь не для нас. Мы знаем, как стать элитой, сеть интернета развита. Там можно стать знаменитым, стать богачом и звездой. И поучать нас не надо, нам далеко до заката. Девиз наш ясен и краток, танцуй, пока молодой. Но почему-то пустота ниоткуда. Вроде все было круто, оказалось пустяк. Кто мне подскажет, отчего в душе тяжесть? Развлечения не в радость, что там в жизни не так? Мы все присутствующие здесь, я уверен в этом, любители тяжелой музыки, мотоциклов. А раз вы любите тяжелую музыку, то все мы любим и фильмы про ужастиков, рассказы всякие. Вот один такой ужастик мы вам сейчас и споем. Называется он «Призраки, демоны». Пока мечтали мы, были капризными, пока наивные клинически. Мы ждали дождичка в четверг, но как назло пошел дождь в пятницу. Не ожидали мы, пытались прятаться, но в доме призраки куражатся. Мы слышим их безумный смех, делать нам момент критический. Должны додуматься, ведь мы отличники, но оказалось, мы тепличные. Призраки в дрожь бросают нас, про экзорцизмы говорили нам.
разных демонов и про чистилище. Было смешно нашим извилинам, но не до смеха нам сейчас. Сказали вы, друзья, чаще смотрите нас и лишь усвоив аналитику, сможете демонов убрать. Из интернета вышли блогеры, эксперты по всему, очень глубокие политики сказали в сговоре, чтоб голоса наши забрать. Знаем лишь мы, как выгнать демонов. И без политиков, и без священников, несите деньги нам для тренингов. Как с демонами воевать? С нами, как в закладке. Жизнь играет в прятки, задает загадки. Пробуем понять, без психиатра маловероятно. Демонов отвратных из дому изгнать. Теперь мы хотим вам спеть три песни подряд по смыслу, объединенных в трилогию. Помните, у Льва Толстого была трилогия «Детство, отрочество, юность». Вот и мы хотим спеть три песни подряд. Первую про детский сад, вторую про школу, а третья про вхождение человека во взрослую жизнь. Первая песня, которая про детский сад, называется одним словом, этаким хэштегом «Они же дети». Все прекрасно. Есть и горшки, и тихий час. Но воспитатели напрасно детишками считают нас. Нам не нужны уже конфеты. Крушить мы любим и ломать. На
наши дети. Так омбудсмены говорят. Где растут они же дети? Как приходят в наши дни? Может быть, они с другой планеты? Неужели мы это они? Мы любим всяких омбудсменов, что за детей стоят горой, что корчат из себя джентльменов, а мы вредим за их спиной. Но зря мечтают омбудсмены, что благодарны будем мы. Не превратимся мы в джентльменов. Нельзя шутить, а не с детьми. Где растут они же дети? Как приходят в наши дни? Может быть, они с другой планеты? Неужели мы это они? Песня называется «Крэкс Фэкс Пэкс». Говорили нам, надо знать цитаты, чтобы в поле дураков их произнести. Крэкс, фэкс, пэкс нам надо знать, чтобы стать богатым. Без волшебных этих слов деньгам не расти. Память укрепляли и учили крэкс, фэкс, пэкс, чтобы лучше жить. А еще мы
вышли мы из школы в добрый путь учителя проводили нас. Не забудьте крекс, фекс, пекс, как найдете поле, инвестируйте в него, как учили вас. Вот мы ищем до сих пор на ногах мозоли. Посидели многие, поля не видать. Только нас не сбить с пути, мы железной воли. Поле дураков найдем, будет благодать. На самоконтроле укрепляем волю, учимся чужие мысли повторять. Говорят, что это приведет к рассвету, но собой не станешь с мыслью напрокат. Идем во взрослую жизнь. И кто-то в ней становится оборотнем, кто-то вурдалаком, а кто-то и оборотнем в погонах. Вот наша следующая песенка про взрослых людей, которая называется «Вурдалаки». Маньяки мы, не насильники, вурдалаки мы, за могильные сказками давно мы одобрены и кусаемся мы по-доброму. Только люди нас опасаются и вампирами обзывают нас. Эти прозвища заграничные обижают нас. Мы обычные. Ну куда податься вурдалаку? Правды нет среди живых людей. Обижают, обзывают всяко. Надо в сказки возвращаться побыстрей. Вурдалаки мы очень нежные и кусаемся очень вежливо. Да и кровь всегда аккуратно пьем. Мы же местные, мы же здесь живем. Здесь подражателей, кровь людскую пьют, на нас валят все недобросовестно, конкурируют и тем самым нас дискредитируют. Ну куда податься вурдалаку? Правды нет среди живых людей. Обижают, обзывают всяко. Надо в сказки возвращаться побыстрей. We'll be right back.
возвращаться побыстрее. Ну куда податься вурдалаку? Правды нет среди живых людей. Обижают, обзывают всяко. Надо в сказки возвращаться побыстрее. А следующая песня дополнит предыдущую трилогию и будет про всех нас, которые не успели стать вурдалаками, маньяками, насильниками. То есть про нас. Песня называется «Зайцы». Четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три, четыре, шесть. А его хотят здесь есть. Раз, два, три, четыре, семь. Можно скинуть нас совсем. Раз, два, три, четыре, восемь. Даже не спросят. Ну чем мы отличаемся от зайцев? Тем, что умеем умно рассуждать. Другой сбоку, но все те же яйца. Ну как бы львами в этой жизни стать? Раз, два, три, четыре, пять. Страшно тоже нам гулять. Специально для любителей мотоциклов, скорости, ветра, то есть для всех приехавших сюда на этот моторок-фестиваль, мы провели две песни. Одна называется «К звездам». Все начиналось курьезно. Была грациозна. Он на коне двухколесном решил ее подвести. Они решили серьезно еще на том перекрестке. На мотоцикле прям к звездам дорогу изобрести. Но оказалось стервозно. Подруга так грациозна и стала
своей мечте. Открывать любые двери будем даже в темноте. Ждет нас много перекрестков, мнимых целей и друзей, живых клятв и обещаний, и совсем мало дней. Взлететь нам хочется в небо, решает каждый свой ребус, чтобы узнать как-то точно, сердеет наша заря. На небе все будем точно, даже без всяких пророчеств. Вот только что мы ответим там на вопросы Петра. Очень непросто стать грандиозным. И верим, мы идем к своей мечте. Открывать любые двери будем даже в темноте. Ждет нас много перекрестков, мнимых целей и друзей, живых клятв и обещаний, и совсем мало дней. И верим, мы идем к своей мечте. Открывать любые двери будем даже в темноте. Ждет нас много перекрестков, мнимых целей и друзей, живых клятв и обещаний, и совсем мало дней. И заключительная песня нашего сета называется «Харлей». Ты, сынок, не торопись. Люди часто любят средства, сокращающие жизнь. Маме я, конечно, верил, но проверить захотел. И когда стал миллионером, то купил себе Харлей. И теперь не я.
номер шесть. На растяжках руки, ноги, и подруга тоже здесь. Вот теперь я верю маме, осторожней надо быть. И с подругой вечерами ПТТ вдвоем учи. И теперь не суть, я быстро, я взлетаю до небес. На последнем я регистре, а юхарея целых шесть. Я узнал, что вокруг солнца мы несем. С вами была рок-группа Волощука СД. Спасибо всем за внимание. Ждем вас всех на своих сольных концертах.